Привет, друзья! Это коротенький бложик для моих подписчиков. В общем, хочу, почему записываю. У меня лежит материал сырой, где-то с полчаса общего там времени. Мы с женой ходили в прошлую субботу, успели там в погоду. Ну как, погода была ужасная. Шел дождь, ну и при этом лежал снег. Но мы все равно полазили по нашим степям, лесостепям. Вот. И вернулись домой в тот же день. Брал я с собой палатку, ну для чего? Вот поэтому все надо смонтировать, там убрать мои матюки. Глупости, основную глупость я оставлю. Глупость моя в этом дурацком эксперименте. Прямо внутри палатки хотел закипятить чайку. Там пару способов использовал. Вот, но это там будет адовая жесть, конечно. Вот, и правда, еще немножко чуть не потерялся, потому что кругом степь одна, и как бы она все похожа. Я там, вроде бы места мои, я всех знаю, а вот с другого конца зашел, и все, уже как бы в трех соснах потерялся. Кстати, в соснах там и потерялся. Вот. Ну, когда смонтирую, не знаю. Надеюсь, на этой неделе. Ну, как получится. Не обещаю поэтому. На этом все. Но будет коротенький, кстати, видосики, может всплывать иногда. Поглядывайте на канал. Фокс-бложевые такие. Все, на этом, пожалуй, да. Пока.